Это будет последним событием здесь, на этой земле, для искупленных. Трубный звук, голоса небожителей, восхищение при встрече с возлюбленным. Ободритесь, друзья, утомленные, восклонитесь навстречу дню. Утешайте друг друга, спасенные, этой чудной надеждою. Утешайте друг друга, спасенные, этой чудной надеждою. День придет, мы опять все увидимся в облаках над землею, мы встретимся. Так сказал Иисус, покидая мир, и уже ободритесь, друзья, утомленные, восклонитесь навстречу дню. Утешайте друг друга, спасенные, этой чудной надеждою. Утешайте друг друга, спасенные, этой чудной надеждою. И опять будут петь хоры ангелов, как в ту ночь над землей Вифлеемскою. Это будет небесная музыка, в ней восторг и радость искуплены. Ободритесь, друзья, утомленные, восклонитесь навстречу дню. Утешайте друг друга, спасенные, этой чудной надеждою. Утешайте друг друга, спасенные, этой чудной надеждою. Христом в облаках они встретят нас. Я готов, ты готов, надо знать сейчас. Восхищение будет один лишь раз.
ободритесь, друзья, утомленные. Восклонитесь навстречу дню, утешайте друг друга, спасенные этой чудо.